Довести количество высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году поручил Владимир Путин. В Рязани сегодня, как и в целом по регионам, обсуждают их социальную значимость и основные проблемы, которые сдерживают рост высокопроизводительных рабочих мест, а также системные решения, направленные на стимулирование их создания. В целом в Рязани отмечают положительную динамику роста промышленного производства. Сегодня, допустим, индекс промышленного производства за последние вот эти два года он растет и достаточно серьезно, выше, чем в среднем по стране. В прошлом году вы показали рост сельского хозяйства 7%. Знаю, что и в этом году, наверное, поддержится этот рост. То есть какие-то позитивные уже начались в экономике изменения. А с другой стороны, конечно, мы вот сегодня создали стратегию роста, да, которые главным показателем, который являются как раз ВПРМ, высокопроизводительные рабочие места. Здесь еще много можно сделать. В целом они растут. Уже в прошлом году мы видим рост высокопроизводительных рабочих мест в Рязанской области, но потенциал этого роста еще больше. По числу высокопроизводительных рабочих мест в экономике области лидирует финансовый сектор и производство пищевых продуктов. Для дальнейшего развития в этом направлении с этого года в области работает Центр экспортной поддержки и Центр малого предпринимательства, а также введены новые льготы по налогу на имущество. Основными вопросами форума стало также и формирование новых высокотехнологичных рабочих мест. Профессии будущего, за которыми основа создания цифровой экономики. И такой опыт работы в Рязани есть. Не так давно агентство стратегических инициатив подготовила «Атлас новых профессий». Этот документ отражает, какие профессии будут востребованы в ближайшие 10-20 лет, а какие уйдут на пенсию. Многие из них сейчас кажутся футуристичными, но, по мнению специалистов, уже через несколько лет станут вполне реальными. Основное направление, в котором мы работаем, это робототехника. И мы видим большую нехватку кадрового потенциала, который будет востребован уже в ближайшие годы. Один из проектов, над которым мы работаем, проект «Юниор», направлен как раз на подготовку такого кадрового резерва и на создание инструментария для их воспитания. По итогам сегодняшней конференции подписали резолюцию с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Рязанской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.